Новый детский сад открылся в поселке Узынагаш Алматинской области. Дошкольное учреждение вмещает 150 человек. Работать с детьми будут 24 специалиста, в том числе логопеды, психологи и музыканты. Для дошколя также предусмотрены спортивные секции и хореографический кружок. В детском саду мы используем методику Монтессори. Для детей созданы лучшие условия. Их ждут абсолютно новое оборудование и детские площадки. Внимание уделено и здоровью ребятишек. В садике оборудовали соляную комнату, в которой можно укрепить свой иммунитет. Радует и доступная цена, так как садик получает господдержку. Сюда ходят трое моих внуков. Сад постоянно развивается, становится лучше. Он подходит для качественного времяпрепровождения детей. Мои внуки очень счастливы, когда идут сюда.